всем привет! Наверное, вам очень непривычно видеть меня с черными волосами, в принципе, как и мне. Я заранее заколола волосы и уложила челку. Напишите, кстати, в комментариях, как я вам с черными волосами. Макияж свой я начинаю с тональной основы. У меня тональная основа от Make Up For Ever HD Foundation в самом светлом номере. Далее я использую консилер от MAC, также в самых светлых оттенках, так как у Miss Pellegrin очень светлая кожа. Теперь я приступаю к контурированию, рисую себе скулы и делаю носик потоньше. Конечно же, я не обойдусь без базы под тени. Наношу ее и хорошенько растушевываю. Теперь из палетки Naked Basics использую серо-коричневый оттенок и прорисовываю складочку верхнего века и немножко подчеркиваю нижнее веко. Далее я буду использовать черный карандаш. С помощью черного карандаша я рисую достаточно жирную стрелку и вывожу внешний и внутренний уголочек. Теперь я взяла кисточку и растушевываю карандаш для более плавных линий. Закрепляю карандаш черными тенями из той же самой палетки Naked Basics от Urban Decay. На втором глазе я делаю все то же самое. Теперь я использую повторно серо-коричневый оттенок, наношу его на все верхнее веко и немножко на нижнее. Подчищаю область под глазами консилером. У Miss Peregrine достаточно длинные брови, поэтому я дорисовываю свои. Повторно наношу бронзер и, конечно же, тушь. Буду ждать ваши лайки, а на этом образ готов.